Наталья Ветлицкая накануне вечером дала первое выступление на большой сцене за 25 лет. Артистка выступила на юбилейном концерте 50-летнего Дмитрия Маликова. Публика встретила певицу довольно тепло, но зал не взорвался аплодисментами после ее выступления. Как посчитали многие, артистка выступила под фанеру, что было понятно даже самым неразборчивым зрителям. Возвращение Ветлицкой не стало триумфальным, как это ожидалось. Пользователи соцсетей критически высказываются о начале нового витка карьеры Натальи. Молодые в шоке. Кто эта пожилая тетя? Сейчас такая бредятина в принципе не востребована, прошлого не вернуть. Тогда нравилось? Сейчас не в тему вообще, высказываются поклонники. Наталья, возможно, никого не потрясла своими вокальными данными, зато очень эффектно выглядела. Певица появилась перед гостями концерта в блестящем наряде, который она дополнила черным поясом, подчеркнувшим ее тонкую талию. Напомним, что вскоре после возвращения из Испании, где Ветлицкая жила последние 15 лет, она перекрасила волосы в модный розовый оттенок. На ближайшее время у Натальи запланированы гастроли по городам, а в октябре у нее пройдет большой сольный концерт в Москве. В Россию певица вернулась без своей дочки Ульяны, которой сейчас уже 15 лет.